люди продолжают избавляться от своих питомцев самыми варварскими методами. Они даже не думают, что подвергают питомцев смертельной опасности, ведь рядом проезжает множество машин на огромной скорости. Калин Лёйзенби, основатель спасательной организации Diva's Pitbull Rescue, ДБРП, возвращалась в свой родной город, когда заметила белое пятно в зеленой траве. Она тут же остановила машину, чтобы посмотреть, что это было. Ее чутье не подвело, ведь в траве лежал питбуль. По всему телу у него были рассечены, а задние лапы вовсе не шевелились. Он просто лежал в траве и ждал своей ужасной участи. Колин не стала терять время и тут же помчалась в свой приют с Джимми, так она его назвала. Осмотр показал, что у Джимми сломан позвоночник, что и стало причиной паралича задних лап. Также у него были обнаружены сердечные черви. Ветеринары обнаружили чувствительность в лапах Джимми, а это значит, что были все шансы помочь ему встать на лапы. С помощью пожертвований была собрана необходимая сумма для операции. Дальше все стало зависеть от желания и воли Джимми. К счастью, он оказался настоящим бойцом. Он усердно выполнял все упражнения во время физиотерапии и вскоре смог выйти на свою первую прогулку после спасения. Джимми просто потрясающий песик. Он силен духом и на своей первой прогулке он не мог перестать улыбаться. О нем узнала Мелисса Гольдштейн и решила, что в ее доме есть место для еще одного спасенного питбуля. Таким образом у Джимми появился не только дом и новый хозяин, но и новые друзья. Вот и вся история. Не забывайте подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы не пропускать новые истории спасения.